В этом году в детские сады Чебоксар должны поступить около 7500 детей от 1,5 до 3 лет. Прием должен был начаться 1 июня, но в условиях коронавируса этот срок перенесен на неопределенное время. В детском саду номер 205, который находится в Новом городе, прошло родительское собрание, конечно, в режиме онлайн. Вопросов у родителей много. Льготы, работа дежурных групп и адаптация детей. Но самый актуальный – когда начнется прием и когда сдавать необходимые анализы. Ответ на эти вопросы один – точной даты нет. Необходимо ждать особого распоряжения правительства страны. Но дошкольные учреждения стараются не терять связи с родителями. Мы заранее, по предварительным, проработав предварительные списки, создали свой чат. Чат родителей поступающих детей и детского сада. Так его и назвали. «Добро пожаловать в Новоград». Включили туда всех родителей, которые могли задать свои вопросы заранее, которые выражали свои переживания, свои вопросы, свои пожелания. Мы все это сгруппировали, собрали, провели анализ и потом провели вот такое открытое онлайн-собрание. Пока действует режим ограничений, узнать о будущем садике подробнее можно из экскурсии онлайн. На вопросы, которые возникают после такого посещения, отвечают на собрании в режиме ВКС. Если дополнительные платные занятия в бассейне во втором корпусе, если с первого корпуса водить ребенка? Да, конечно, такой вариант возможен. Безусловно. В вечернее время вместе с ребеночком идете во второй корпус, и инструктор по плаванию будет заниматься с вашим ребенком. Ответы получены, родители довольны. Но чат будет продолжать работать, заверили воспитатели детского сада «Новоград». После того, как списки детей утвердят, будет организовано еще одно собрание. Такой формат общения применят и в других детских садах Чувашии. Ольга Алексеева, Павел Рядков, Республика.